В итоге, да, в своей долгой тренировской жизни я пришел к убеждению, что бы ни происходило в оркестре, плохое и хорошее, во всем виноват, в кавычках, в положительном и в отрицательном смысле дирижер. Чему этому убеждению, как нельзя лучше, служит доказательством сегодняшняя запись. Я начал дирижировать, и вдруг все пошло. И все вышло. Почему? Потому что от меня все, что нужно, шло. И не только в руках, а в том посыле, который определяет контакт дирижера с оркестром. В чем его существо, никто не знает. Употребляется целый ряд терминов, там передача, внушение, телепатия. Я этого не знаю, в чем там соль, но я знаю в одном. Что бы плохое ни произошло в оркестре, за исключением, конечно, таких явных ляпсов, виноват в этом будет дирижер. И в хорошем, и в успешном тоже в конечном счете решающая фигура будет дирижер. Ну, а этот оркестр, с которым вы сейчас вот эти дни имели дело, он обладает особым свойством. Технически можно добиться кое-чего, и больше, и меньше, и очень много. Но с этим коллективом можно еще добиться что-то, что стоит и над техникой, и над этюдностью, и над тренировкой. Что-то такое, вот эти самые, я позволю себе, как духовная эта самая атмосфера, которая, собственно, в конечном счете и определяет в этом коллективе. Да, вот почему приходить на эстраду нужно, конечно, в каком-то совершенно особом состоянии. Собранности и полного слияния с той вещью, которую ты выносишь. Уже это не такое веселое состояние, как вам кажется. Оно начинается не только утром, оно задолго в процессе работы, оно наращивается. Вы попадаете во власть вещи. Попутно вы попадаете в целый ряд сомнений, в серию сомнений. Одновременно, с одной стороны, власть, а с другой стороны, она начинает вами владеть и вертеть. Потому что ставит вами перед целый ряд проблем, задач, за дня в день больше, больше. И это доходит до большого напряжения и довольно такого мучительного груза духовного, понимаете, который уже в какой-то день или в какой-то вечер достигает какой-то такой стадии, где уже нельзя больше ждать, надо выходить. И вот этот самый час выхода, вот он и есть шаг через тот порог, где наступит это разрешение. Вот тогда оркестр будет рад вам ответить. Кто это сказал из классиков, что читатель должен работать? Да, читательское дело – это очень тяжелая и трудная работа. Для того литература и существует, чтобы людей заставлять как-то подниматься выше себя. А это очень трудная задача, это самая трудная задача человеческого душевного состояния. И то же самое происходит с музыкой. Слушатель должен работать. Он должен быть так же подготовлен в каком-то своем смысле, как и исполнитель. Должен приходить в зал и приготовиться к какому-то священнодействию. И в этом смысле взаимоотношение исполнителя с залом, оно имеет огромное влияние. Все это подытоживается одним словом – праздник. Должно быть священнодействие и праздник. Если это есть, успех обеспечен.